Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Василий Афанасьев. Василий Владимирович, я вас приветствую. Добрый день. Недавно в Намцах прошло большое совещание, и по заготовке молока. Скажите, пожалуйста, какие изменения в ближайшем будущем будут, в этой области в плане финансового обеспечения? В Намцах состоялась встреча главы республики с сельхозтоваропроизводителями и именно с заготовителями молока. Основной вопрос у нас, конечно, стоял по финансированию, так как основной упор на сегодняшний день сельское хозяйство делает именно на переработку продукции, что правильно, да? Потому что мы сельскохозяйственную продукцию из сырья превращаем в товар, который имеет добавленную стоимость и которая должна продаваться на внутреннем рынке. Основной вопрос касался эффективности использования финансовых средств. Мы ежегодно на заготовку молока с республиканского бюджета выделяем более 2 миллиардов рублей. В этом году у нас предусмотрено 2 миллиарда 450 миллионов рублей заготовку молока, но в связи с тем, что мы планы перевыполняем, нам необходимо 2 миллиарда 618 миллионов рублей. Поэтому глава республики задает проблемные вопросы, да, о том, как мы, насколько быстро мы будем переформатироваться, насколько быстро мы от нерентабельности производства перейдем к рентабельному производству. Ну, вопросы правильно ставят, просто тут ситуация немножко сложная в связи с тем, что у нас регион вообще уникальный. Да, особенный регион в связи с тем, что у нас сельское население очень сильно развито, да, у нас люди в селах остаются, живут, работают. Мы сельское хозяйство видим как традиционный уклад жизни наших сельчан, да, якутян, что и глава подчеркивал в своем совещании. Но в связи с этим мы вечно уповать на бюджет республики не можем, поэтому мы должны сейчас ускорить пути развития нашего производства к более рентабельному производству. Да? Вы правильно сказали, у нас акцент сейчас смещается. Да? Если мы раньше делали, если смотреть динамику с 2012-2010 года, то у нас начиная с 2008 года до 2012 года шло в республике снижение заготовки молока. Это было связано, во-первых, с тем, что снижается поголовье сельхозживотных коров, да, и в связи с тем, что от трудоемкой сельскохозяйственной работы люди переходят в другие более эффективные, более менее трудозатратные, более денежные виды работ. В 2014 году, в 2015 году снижение удалось остановить. Это было принято решение правительства о том, чтобы увеличить закупочную цену молока с 17 рублей до 30 рублей. Потом в прошлом году, в 2016 году было принято решение о том, чтобы заготовительную цену молока поднять до 45 рублей. И это способствовало тому, что последние 3 года мы видим рост заготовки молока. В качественной части тоже у нас идет немножко видоизменение. Если мы лет 5 назад 80% делали масло, 20% перерабатывали цельномолочную продукцию, на сегодняшний день мы 70%, то есть снижение на 10% прошло, мы 70% делаем масло и 30% делаем цельномолочной продукции. Больше, резко уйти мы от этого не можем, потому что это связано с тем, что мы имеем очень большой ярко выраженный сезонный характер. Да, у нас есть такое понятие, как сезон большого молока. Это летние месяцы, это начиная июнь, разгон начинается, июль, август, сентябрь. Вот эти 4 месяца у нас самый большой пик молока, потом, начиная с сентября, начинает снижаться. В это время у нас в некоторых населенных пунктах нету дороги, транспортная схема не очень хорошо развита, поэтому в тех населенных пунктах у нас делается масло. Если мы сделаем анализ по районам, то как раз таки чем больше в районе труднодоступных населенных пунктов, тем больше масла он производит. Это, на самом деле делают люди не от того, что не хотят работать, а от того, что невозможно сохранить молоко в летний период, чтобы оно не прокисло, да, поэтому они его превращают в масло. Сейчас начали некоторые районы делать
А другие виды продукции, которые имеют более, ну, чуть больше, более рентабельные, допустим, сыры делает, да, это начало Лёкминск, сейчас его подхватили Вилюйский район, Амгинский район, Чуропчинский район, они делают сыр, тут получается, что он, ну, практически вдвое рентабельнее, чем масло. Но все равно без учета господдержки у нас рентабельным является из всего 76 тысяч тонн заготовленного молока, имеется только 2,5% рентабельности. Это у нас молоко питьевое, пастеризованное, и это у нас низкожирная кисломолочная продукция. Причина в том, что у нас очень высокая себестоимость производства. Вот, допустим, если грубо взять масло, а масло делается из 24 килограммов молока. Ну, это в среднем 82% 5 жирности традиционное масло. 24 килограмма молока мы умножаем на 45 рублей закупочная цена, и заготовитель только на приобретение сырья тратит 1080 рублей. И плюс 160 рублей на переработку этого молока, превращение его в масло. И у нас масло себестоимость выходит в среднем по республике 1224 рубля. Вот. А мы за эту цену масло не сможем продать. Поэтому с учетом господдержки предприятие продает его за 450 рублей. Это вот та цена, которая на сегодняшний день устоялась на рынке. И получается, мы, производя за 1200 рублей масло, продаем за 450. Вот, часть, которая осталась непокрытой, его покрывает государство. Вот, для того, чтобы процесс был, ну, этот, был рентабельным. Угу. Руководитель республики уверен, что сейчас вот необходимо заниматься более рентабельным производством цельномолочной продукции. Так как увеличить объемы такого вида продукции? Ну, мы эту работу в постоянном режиме ведем, но тут получается, что динамика, она, конечно, не такая уж и большая, да, увеличение. Мы ежегодно увеличиваем производство цельномолочной продукции в целом по республике на 2-3%. Вот, но глава республики стоит вопрос в том, что мы более убедительны, более большими темпами шли. На сегодняшний день у нас есть возможность, потенциал у некоторых районов, да, это я говорю, что тех районов, в которых транспортная система, логистика очень хорошо выстроена, там у нас есть возможность увеличить значительно производство цельномолочной продукции, да. Ну, опять-таки, хочу подчеркнуть то, что не все цельномолочная продукция является рентабельной. Те же сливки, да, сливки 40%, 35%, 20% жирности, они тоже являются, ну, низкорентабельными, да, без учета господдержки. С учетом господдержки они имеют определенную прибыль, да. Вот, глава республики нам ставит такой вопрос, что мы должны развивать производство и продажу, реализацию тех продуктов, которые без учета господдержки будут рентабельными. То есть это низкожирная цельномолочная продукция, это низкожирная кисломолочная продукция и молоко. Вот. В части молока, вот мы недавно ездили в Москву, выставка «Агропродмаш», где выставляется все новое оборудование, которое производит российский рынок, да, и зарубежные предприятия тоже. И нашли, как бы сказать, способ стерилизации молока. То есть мы можем сейчас молоко принимать, грубо говоря, вот за 45 рублей. Насколько это у нас возможно, такую систему внедрить? Стерилизационные цеха? Да, у нас опыт есть такой. У нас в Мирнинском районе совхоз новый проводил стерилизацию молока. Вот, система автоклава. Там механизм не очень сложный, и молоко получается у нас срок годности до 3 месяцев. Ну, не менее 3 месяцев хранения. Поэтому это очень большое подспорье, потому что в летнее время, в июле и августе мы молоко можем приготовить, отложить, и с сентября, когда начинают работать бюджетные учреждения, школы, детские сады, мы можем поставлять это молоко туда. Поэтому в тех районах, где есть крупные рынки сбыта, это центральная группа районов, которые находятся близко от города Якутска, да, и те населенные пункты, которые находятся вблизи от районных центров, там мы можем эту технологию настроить, выстроить о том, чтобы делать больше питьевого молока из нашей продукции. А сколько у нас на территории республики занимаются заготовкой молока предприятий в целом? В этом году у нас 38 заготовителей по 18 основным районам. У нас есть районы, которые занимаются, ну, получают
господдержку на заготовку молока. Есть районы, которые получают господдержку на поголовье сельхозживотных. Вот третья группа районов, в нее входит 18 районов, они делают, ну, основную, у нас почти 95% всего молока, которое производится в республике, производят эти 18 районов. В них на этот год определено 38 заготовителей. В этом году, значит, внедрили такую систему, как форвардный договор по мясу. Да. То есть это гарантирует то, что будет, значит, обеспечен потребитель в мясе, да, и будет обеспечен сбыт. Есть ли возможность применить такую систему с молоком? Ну, теоретически возможно. Вообще форвардные контракты мы взяли у биржи. Да, получается, в биржевой системе есть такое понятие, как фьючерсные контракты, когда ты заключаешь договор на несуществующий товар, да, пока он не вышел в продажу, с тем, что его лимит ограничен, и ты в конце его можешь выкупить. Ну, то есть гарантированно останешься с продукцией. То же самое у нас с мясом. У нас бывают года, когда деловой выход же ребят там... коров хорошие, а бывают года, когда у нас все-таки мы очень большой сезонный выраженный характер имеем производство, поэтому от этого зависит. Поэтому, если я в начале года с вами заключил контракт о том, что покупаю у вас жеребенка, допустим, за 40 тысяч, да, в начале года мы контракт заключили, я вам аванс половину денег выплатил, и все, я гарантированно жду от вас осенью, чтобы вы мне поставили этого жеребенка, независимо от того, какой год будет. Ну, это у нас в контракте, в договоре все это указывается. Вы мне должны привезти в Якутск, в город, моего же ребенка, разделанного, упакованного, распиленного. Ну, как я попрошу, так вы и должны сделать. Мы первый этап его провели, пригласили, как пример, всех членов правительства, да, и наших сельхозтоваропроизводителей, 21 предприятие, которое у нас осуществляет заготовку мяса в этом году, прошлый отбор, они заключали контракты. Я вот лично заключил контракт с Амгинским районом, с ХПК Амга, на покупку одного же ребенка. У нас стоимость вышла 42 тысячи рублей. То есть я себя гарантированно обеспечил мясом на эту осень. Вот. Василий Владимирович, благодарю вас за беседу. К сожалению, время у нас заканчивается эфирное. Спасибо большое. А зрителям напоминаю, у нас в гостях был директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Василий Афанасьев. Оставайтесь с нами, мы обязательно поговорим о важном.